Всем привет! Это программа «Нота Бена Дети» и видеостудия «Воробей». Программа, в которой мы говорим о том, что интересно нам, детям. В этом выпуске вы узнаете, что хотят увидеть дети в ледовом городке. Узнаем, сколько школьников нужно денег на карманные расходы. Как создать новогоднее настроение. И как не остаться незамеченным на дороге. Поехали! Как вы думаете, сколько школьнику нужно денег для счастья? 100, 200, 1000 рублей в день? И на что можно потратить желаемую сумму? Ответы на эти вопросы в следующем сюжете. Это от тети Веры, это от бабушки, это от мамы, а это от друзей. Я богат! Как жаль, что день рождения только раз в году. Получив в подарок крупную сумму денег, поздравляю, теперь ты можешь потратить ее на свою мечту. Купить крутые наушники или самокат. Главное распорядиться ими, с умом. Откуда у тебя деньги на карманные расходы и на что ты их тратишь? Ну, мне родители дают 100 или 200 рублей, и я их трачу, чтобы там покушать в школе. Ну, в день дают около 200 рублей, и чаще всего они уходят только на питание в школе. Вот мне, допустим, дает мама, я их не трачу, я их складываю. Трачу их на конфеты, чипсы. Не знаешь, куда у тебя уходят деньги? Воспользуйся методом записной книжки. Каждый день записывай свои траты, а в конце недели проверь, были ли все они необходимы. Примерно полгода назад я купила свитер, и с тех пор я его больше не ношу. Иногда нам очень хочется купить какую-то вещь. Отложи решение о покупке на пару дней, эмоции поулягутся, и ты примешь правильное решение. Получается ли копить? На что ты копишь? У меня иногда не получается, но могу накопить 500 рублей на чего-нибудь день рождения. Когда я вырасту, я создам себе кафе, но пока у меня будет строиться кафе дом, у меня же не будет денег. Я буду работать на маму. Только я не хочу, чтобы она мне платила, потому что мы же все равно семья. Сколько тебе нужно денег для счастья? 100 тысяч миллионов евро. 1 миллион. 100 миллионов тысяч. Потому что, мне кажется, каждый ребенок мечтает о самой сумасшедшей сумме в мире. Ребята, уметь распоряжаться своими деньгами – здорово. Этот навык обязательно пригодится вам во взрослой жизни. А пока копите и тратьте свои карманные деньги с умом. Ребятам из южных стран сложно представить себе ледовый городок. Ведь у них всегда тепло и снега не бывает. А вот мы, наоборот, знаем, что в ледовых городках всегда весело. И даже пофантазировали, как сделать это место еще интереснее. Городок из снега и льда каждый год появляется в Черногорском парке. Его строят мастера. Они вырезают красивые фигуры из ледяных блоков и устанавливают снежные горки. Все ребята с нетерпением ждут его открытия, чтобы покататься с гор и сфотографироваться с Дедом Морозом. А пока мы решили немного пофантазировать, каким в этом году будет снежный городок. Я хочу, чтобы в моем снежном городке был огромный воздушный шар в виде Деда Мороза, который бы катал всех прохожих. Я хочу огромный ледяной лабиринт, такой большой, чтобы в нем можно было заблудиться. Я хочу, чтобы там была огромная горка с пятиэтажным домом. А когда качешься с горки, на тебя сыплются шоколадные конфеты и леденцы. А на елке бы висели игрушки из Майнкрафта. Я хочу, чтобы детей бесплатно катали настоящие ламы. А когда наступала ночь, в моем городке на большом экране показывали мультфильмы. Дороги заливают водой, потом эта вода замерзает, и жители вместо автобусов надевают коньки и едут. А еще, чтобы была американская горка и кафе, в котором 150 сортов мороженого. Вот такие идеи появились у ребят. Уважаемые взрослые, если они вам понравились, то помогите их воплотить. И тогда новогодние праздники станут для нас еще волшебнее и добрее. Многие ребята мечтают учиться в нашей видеошколе. Но, к сожалению, попасть сюда можно только с 7 лет. А если тебе только 5,
можешь прийти к нам в гости, как это сделала Лиза. Мы после взрослого на ТВ на вас смотрим. Почему вы смотрите телевизор? Расскажи, нам очень это интересно. Да? Нам интересно, что вы, чем вы сегодня занимаетесь. Да, да. Угу. Я тоже мечтаю сниматься на ТВ на Тете. Лиза, подрастай и приходи к нам учиться. А если вы тоже мечтаете стать звездой экрана, звоните по телефону в нашей студии. И отправляйте свои работы в нашу редакцию. Улицы города сверкают иллюминацией. Окна домов украшены снежинками и гирляндами. Мы тоже решили не оставаться в стороне и создали новогоднее настроение у себя в студии. Что делать, если праздник на носу, а новогоднее настроение так и не появилось? Попробуем его создать. И начать стоит с украшения своей комнаты, ну или студии. Елочка – самый главный символ новогоднего праздника. С нее и начнем. Не забываем про окна. Они также создают праздничную атмосферу. Украсить можно даже стены, чтобы все напоминало о празднике. Есть еще один замечательный рецепт новогоднего настроения. Обязательно смастерите поделку своими руками. Сегодня мы расскажем, как сделать украшение от елочки своими руками. Нам понадобится пенопластовый шарик, оберточная бумага и ленточки. В центр оберточной бумаги кладем шарик и оборачиваем его. Отрезаем примерно 30 сантиметров ленты. А теперь завяжем ленту вокруг шарика. Теперь отрежем лишнюю бумагу. Украсим елочку золотыми шариками. У нас получилось много шариков, и мы решили украсить елочку в Преображенском парке. После новогодних праздников мы обязательно снимем украшения. Ну а пока пусть они радуют прохожих и напоминают, что скоро Новый год. Привет! Всем ждем Нового года! Давайте узнаем, поставили елки жители или нет. Если поставили, то какие? Живые или искусственные? Поставили елку. Нет еще. А какую вы елку собираетесь ставить? Искусственную или живую? Искусственную уже 2 года. А вот как вы относитесь к тому, что живые елки люди ставят домой? Ну, это на выбор людям. Не жалко? Не жалко елочку? Ну, мне стало жалко, поэтому искусственная у меня. То вы уже поставили елку? Да. А какая у вас елочка, искусственная или живая? Искусственная. А почему не живая? Ребенок. А вот как вы относитесь к тому, что столько елок вырубается много в Новый год? Плохо. Вы уже поставили елку? Да, поставили, мы не украшивали еще. А какую, живую или искусственную? Искусственную поставили. Нет. А вы поставите ее? Ну да. А какую вы хотите, искусственную или живую? Ну, живую. А вам не жалко эту елку? Жалко. Новый год неразрывно связан с елкой. Сейчас в наших городах появились елочные базары в каждом районе. Но вы только представьте, даже маленькая елка растет не менее 4-5 лет, а елка ростом с человека целых 20. По данным Greenpeace в России, вырубается не менее 55 тысяч маленьких красавиц. А в реальности эта цифра в несколько раз выше. А после праздника вся эта армия лесных жителей отправляется на помойку. А мне жалко елочки. Берегите природу! Зимой часто приходится идти в школу в темное время суток. Если на твоем пути дорога, то нужно позаботиться о своей безопасности. Сделать это очень просто. Смотри сюжет и узнаешь, как засветиться на дороге. Чтобы стать невидимкой, не обязательно быть героем фантастического фильма. Достаточно вечером
переходить дорогу без световозвращающих элементов. Ведь не секрет, что в темноте для водителя мы становимся невидимы. Решить эту проблему очень просто. Достаточно носить на верхней одежде световозвращающие значки или фликеры. Фликеры бывают разные. В виде термонаклеек, в виде браслетов и брелков. Проверим, действительно ли они работают и станем ли мы заметнее на дороге. Все элементы светятся очень ярко и действительно видны издалека. Делаем вывод. Если на твоей одежде есть светоотражатель, значит водитель тебя точно заметит и успеет затормозить. Поэтому ради своей безопасности обязательно носи их. Прикрепить фликеры можно на руку, рюкзак или сумку. Очень хорошо, если на твоей одежде есть уже вшитые светящиеся элементы. И помни, фликеров много не бывает. Чем ярче ты становишься, тем лучше видно тебя на дороге. А это значит, что трагедия не случится, и ты вернешься домой живым и невредимым. А на сегодня все. Мы рассказали вам о том, что нас интересует. Всем пока!